Приветствую всех на своем канале, с вами Маркелов Борис, и я продолжаю рассказывать о сайте CryptoHands. Это сайт, где можно реально зарабатывать деньги. Но возникает вопрос, как сюда зайти, как вообще здесь работать. Смотрите, под этим видео вот будет вот такая вот ссылка. То есть я ссылочку оставлю, или вас запросят при регистрации ввести свой ID. То есть вы переходите по этой ссылке, но предварительно вы, если не хотите заводить там какие-то отдельные кошельки, либо у вас кошелька нету, вы можете установить вот такой прекрасный кошелек, который называется MetaMask. Вот такой вот кошелек. Я нажму отмену. Специально я его установил, чтобы продемонстрировать, как можно войти в систему. То есть, соответственно, у вас будет свой адрес кошелька, и его нужно будет пополнить. Как его пополнить? Его можно пополнить через систему пополнения, ну, а через любую, где у вас пополняются кошельки обычно, там и можете пополнять. Можете у друга попросить 0.055 ETH и, соответственно, зайти в эту систему. Но покажу вот подробно, конкретно, как это сделать. Кстати, буквально за несколько дней я уже на втором уровне, и я уже перешел на доход 1.35 ETH. То есть хотите деньги получить быстро, хотите от меня получать переливы, потому что я активно продвигаю эту тему, то вот все в ваших руках. Найдите где-то 0.05 ETH, и будет вам счастье. Давайте посмотрим. То есть я сейчас зайду и покажу, что это за расширение. Это обычное расширение. Вы его можете установить в свой браузер Google и им пользоваться. То есть вы по ссылочке сначала перейдете, как посмотрите это видео, по ссылочке перейдете. Если у вас браузер Google есть, нажмете установить, он установится. Если у вас браузера Google нет, обязательно установите и можете им пользоваться, этим кошельком. Итак, давайте я выйду из своего аккаунта и покажу весь процесс регистрации. Как, что у вас вообще будет происходить. К примеру, вы только зашли, что нормально для человека, потому что вы посмотрели это видео и решили зайти в эту систему. Вы нажимаете «Регистрация» со своего компьютера. И потом, так как у вас вот это расширение установлено, вы на счету имеете 0.055 ETH. Почему 0.055 ETH? Потому что так требует система. Итак, первое. Вы устанавливаете вот это расширение. После этого вы переходите по ссылке, которая будет под этим видео, на регистрацию в CryptoHands. И после этого нажимаете «Регистрация в один клик». Так как деньги у вас уже есть на кошельке, этот кошелек к вам привяжется к вашему кабинету, и все, вы можете уже пользоваться, выводить, заводить деньги. Главное, что вы здесь начнете зарабатывать. После этого вы нажимаете Connect, и происходит в кабинете у вас регистрация. То есть, если у вас есть на счету, опять же повторюсь, если у вас есть на счету 0.055 ETH. Как пополнить счет? Есть вот такой замечательный мониторинг обменников, и с этого мониторинга обменников вы можете пополнить счет, то есть купить эфиры здесь. То есть много платежных систем, если у вас есть Advanced Cash, если у вас есть еще что-то, если у вас пополнение пойдет с карты, вы можете пополнить с карты. Здесь достаточно много платежных систем, с которых можно пополнить. Обычно я пополняю с электронного кошелька, и либо Perfect Money, либо Advanced Cash. Но также здесь эфиры можно купить из Kiwi. Если у вас есть Kiwi, можете купить эфиры с Kiwi. Например, если у вас есть Яндекс.Деньги, вы выбираете Яндекс.Деньги и выбираете валютную пару ETH.
Все, вот. Вот эти обменники готовы вам продать за Яндекс деньги эфиры. Сколько нужно вам? То есть это в среднем 0,05 ЕТХ. Это около 1000 рублей. То есть, например, вот это, вот в этот обменный пункт вы заходите. И здесь вы вводите сумму. То есть вот здесь вы вводите сумму. Сумма эта должна составлять 0,055 ЕТХ. Запомните эту цифру обязательно, потому что если вы ее не... То есть, если вы переведете меньше, регистрация в системе может не получиться. Потом вы заходите в свой кошелек, и здесь вот есть такая фраза «скопировать буфер». Вы нажимаете по ней на кошелек вот такой вот. То есть все, вот вы скопировали, вставили кошелек, здесь указываете email, здесь указываете телефон для связи, ну, мало ли что пойдет не так. Все, и совершайте обмен. Все легко и просто. Кто желает вместе с нами в нашей команде, в самой сильной команде зарабатывать себе на нормальную жизнь, зарабатывать себе на радости жизни, то присоединяйтесь. Ссылка на регистрацию, ссылка на расширение и ссылка на мониторинг обменников будет под этим видео. На этом заканчиваю и жду вас в команде. Хотите переливов? Вы обязательно придете.